дамы и господа, леди и джентльмены, добро пожаловать на канал TED Games. Меня зовут Богдан, и мы с вами начинаем новенькое прохождение игры под названием Half-Life Echoes. Ну, это вообще-то мод к оригинальной Half-Life, ну, к первой Half-Life, короче. И я про него вообще ничего не знаю. Его посоветовали в одном из комментариев. Спасибо большое. Я про него, кстати, посоветовали. Я такой сразу полез читать, а что это за такой мод интересный? Что это такое? Залез на мод DB, и у него там оценка вообще чуть ли не космическая, около... А что это, звук пропал? О, появился. Оценка там очень хорошая, высокая. Посмотрел на скриншоты, там столько всего интересного. Но по сюжет не знаю, только знаю, что мы будем играть за какого-то... Это не канон, если что. Это никакое не официальное, не оригинальное дополнение. Это просто мод, фанатский мод к Half-Life. Все. И мы тут будем играть за... кандидата... Вот, за кандидата номер 12. В Black Mesa. На, в Black... Вот, кандидат куда, я так и не понял. Кандидат, может, на работу в Black Mesa. Ну, будем пытаться понять, но я... Так понял, тут... Вау. Так понял, все тут на английском будет? Unforeseen consequences. The last time I heard those words was back at Black Mesa, when he whispered them in my ear. Непредвиденные последствия. Я последний раз это слышал. Ладно, потом расскажу, что я понял. You know who I'm talking about. Our mutual friend. Он, короче, сказал вот эту легендарная фраза «непредвиденные последствия», насколько я понял. Что он последний раз слышал эту фразу в Black Mesa. Дальше я нифига не понял, и он сказал, что какой-то вот таинственный друг G-Man. Он, видно, с ним встречался, он его знает и понимает, что он очень опасен. А мы играем за субъекта номер 12. Evaluation commencing. Sequence One Foundation. Foundation — это основание. Блин, прикольно. Это получается, ну как бы, это понятно, что не канон, что это немножко другое, фанатское. И получается, это вообще какой-то альтернативный взгляд на все, что было в Black Mesa. Мы же прям в Black Mesa, и мы же прям в этот момент находимся, когда я тут... А, подожди, а туда можно сходить? Тут еще такие кат-сценки интересные. Ага, все, окей. Парковочка. Приехал такой на работу в Black Mesa. И тут что-то, возможно, скоро непонятное начнется, да? Или... Но мы, видно, прибыли так же, как и вот баба. Или прямо сейчас все это происходит, да? Hey, it's no good up there. It's all sealed off. Ты когда-нибудь видел что-то подобное? Да ладно. Что-то здесь не так. Есть озвучка русская, ничего себе. Что-то здесь не так, да, согласен. Здорово! Что такое? Сигналка сработала. Но тут какое-то землетрясение как будто. Black Mesa... О, почти вышло. Ты понимаешь, что здесь происходит, а? Нет, я вообще не втыкаю. Что за подсветка какая-то интересная у вас? А, ребят... Что происходит? О, да. Нельзя, да, я не охранник, мне то нельзя, окей. Чё-то я не втыкаю. А
почему она выглядит как-то лучше, что ли, чем, чем Opposing Force, чем этот, чем Blue Shift. А, ну это неизменно. Эти автоматы неизменны, это класс. Так, это... Вот я впервые вижу, чтобы вот такая синяя контурная подсветка была, это, конечно, интересно. Фонарики зеленым горят. А птичка с синим под... Что? F6, да? О, Observation Archive. Hey! Alright, which one of you guys locked me in here? I'm serious now. This has become quite annoying. Ну, такая, фу, мерзкая зеленая водичка, фу. Да все, все, я тебя не отвлекаю, сиди там, занимайся своими делами. Это что, хоррор? Вы что, обалдели? Я пока вообще не могу собраться, что-то как бы... Ой, как будто не в Half-Life играю, а что-то другое. Кто-то заплатит за это. Головы полетят. А за что заплатить? Что? Подожди, еще пока ничего не произошло или произошло? Где же я оставил схему процедуры отключения? Не знаю, братан. Я иду на работу. Но походу моя работа уже немножко это полетела куда-то вниз. А подожди, мы, наверное, мы небось в самом низу, мы же небось на самом низу в подземной парковке находимся, а все произошло наверху. Поэтому тут все так трясет сильно. You know, theoretically this is impossible. Theoretically. Теоретикли? Что-то там теоретически. Подожди, стой, а там что-то наверху можно было сходить. Что-то я не ожидал, что она такая будет. Интригующая, интересная пока что. Ничего не понятно. Вы помните какой-нибудь из этих методов выживания в чрезвычайных ситуациях? Нет, я не знаю, ни один. Что делаешь? Ничего? Я оттуда пришел, да? А, ну тут текстурки другие немножко, наверное. Откуда я пришел? Я что, заблудился? Подожди, я немножко не вдупляю вообще ни разу. Во! Я помню это место. Мы отсюда запускали спутник в первой части за Гордона Фримена. Вот именно отсюда ракету, да, запускали? А, или нет? Нет, ни хрена. Опять я перепутал. Нет, это просто... Это типа какой-то монумент просто из логотипа этой черной мезы. Окей, ладно. Опять я перепутал. Она такая таинственная вся из себя. Она реально прям таинственная. Это странно. Да согласен. Я должен помнить, доложить о флуктуации. О флуктуации? Что такое флуктуация? Я не знаю, что такое флуктуация. Чего? Hot Steam. Слышу это. Этот звук. Что это? Oh no. It's probably those anomalous materials people again. Always pushing their equipment too hard, dabbling in who knows what. I'd be surprised if there's one good brain among them. Окей. Я почти понял все. Но тебе переводить не буду. А что по... Why don't these ever seem to work? Что происходит с нашим оборудованием, черт побери? I can't wrap my brain around it. Все выходит из строя потихонечку, постепенно, да?
Я ж тут... А, я там выходил, все, я... Куда мне идти-то вообще? Ну, сейчас что-то челюсть отвиснет от... Ты понял, это последнее оповещение. Да. Но вы думаете, нам надо обождать до новой перекалибровки? Я не уверен. Обождать. Я надеюсь, что резервные шунты слияния в нормальном состоянии сегодня. Обожди. Обожди. Это реально Half-Life такая? Ну, по визуалу, но немножко вот это вообще отличается, капец как. Немножко капец, да, отличается. Что это за контурные вот эти вот? Не было никогда такого. Не, я просто, я ничего, я просто, ну... Интересно. Что это? Что это? If you're waiting for the tram to Sector G, then you're probably better off walking it. I overheard someone say that all the trams on this end of the facility are having problems. Стой, не бузи. Как тебя там это, на какую я ухожу? Да я путаю кнопки постоянно. Во, все. ФПС куда-то делось, непонятно. Вот, все. А это на превьюшку идет. Не знаю, мне прям так нравятся тут локации, прям места тут. Вот, смотри, какое красивое, как это называется. Как это назвать-то? Фойе? Не фойе? Как это называется, когда большое? С кувшинками. С плавающими кувшинками. Это, конечно, вообще... Это прикол. Мне очень нравится. Как бы и Half-Life, но местами прям что-то новенькое, максимально новенькое. Just wait till we're off duty. Duty. That smell is... Interesting. Я надеюсь, это вонь идет не от тебя. Ха, привет. А я могу? Да. Могу. Могу ставить. Граффити тоже могу ставить, окей. А зарисовали туалет весь. Мы с тобой не очень хорошие сотрудники. I'm stuck. Excuse me! Hey, watch it! Хе. Ладно, все, хватит это суету наводить. Погнали, куда нам идти-то? Я снизу, я пришел сверху, мне вниз туда, окей. Тут? Я ожидал, что это произойдет, но администратор меня бы не послал. А я это... Ага. Ага. Че там, пацаны? Тут все с ума сходит, да? Все оборудование, непонятно, что с ним происходит. Джимми! Отец только что доставлен в тестовую камеру. Есть какие-нибудь идеи о происхождении? Возможно. Испытания сегодня проходят просто великолепно. Я в этом уверен. Понятно. Я все понял. Без слов. А ты там же стоишь, да? А у него, кстати, тут моделька это из второй части. Ну, да, из второй части моделька. Как, подожди, как модельку из второй части запихнули в первую? Ну да, походу. Какие тут вообще максимально необычные вайбы эта игра создает. То есть, смотри, по времени это только сейчас испытания какие-то подготовительные. Испытания проводятся до Гордона Фримена, насколько я понимаю. I can't access my files. I can't answer my mail. I haven't even been able to get into my office.
Да, да, да. Ты не шумел бы, а? Я умываю руки, приятель. Здравствуйте. Тут, короче, все идет туда, вот в одно место все идет. Вы думаете, нам надо обождать до новой перекалибровки? Обождать. Забавное слово. Я так не думаю. Короче, они все на суете, на панике, что-то все предчувствуют и не поймут что-то, что именно. Что там что открылось? Стойте. А сюда можно? Нет? А мне вообще никуда нельзя? А, security. Все security. Давай сюда, быстрее! Иду. Отлично. О! Тогда... Ты ученый с лямбды. А, это ты. Думал, это очередной администратор. Все утро тут шастают. Что-то здесь не так. Этот звук, что это? Мне это не нравится. Мне тоже. Говори ом! Тише. Хрена, ом, смотри, ом. Мы сейчас его возьмем, полюбас. Мы сейчас... Что происходит? Коллапс. У меня что-то плохое предчувствие. Итак, у тебя есть идеи, что делать дальше? Взять... We'll get through this together. I suppose a security guard should know what he's doing. Sure do. Ты, наверное, шутишь. Зачем ты воткнул? Вытащи. Окей, давай выбираться. Давай. Возьми его. All have our jobs to do. Взял? Mine is right here. Возьми. Ну ладно. Hey, I thought we were a good team. Только достойные могут взять. Чего такое? Чего ты говоришь? А че у вас, кстати, почему вы так? Я искал озвучку, ну не озвучку, а русификатор для этого дополнения, ой, для этого мода я не нашел. Но они говорят местами на русском, местами на английском. Ну ладно. Че за такие локации интересные? Я не могу прям. Вот в Blue Shift надо такие локации бы уделать. Ладно, все. Я молчу. Вот это... Warning, extreme electromagnetic field hazard in sector C. Угу. Сейчас, секунду, что я это постоянно проверяю. А, ты идешь открывать, давай, иди открывай. Э! 8.57. А во сколько все произошло? Я не помню во сколько. Вот это тут, конечно, нагнетается. Как же тут классно нагнетается атмосфера. Атмосфера просто шикарная. Я не могу. Ты, если что, не удивляйся, что... Не удивляйся, что я так это... веду себя. Потому что мне... Когда вот реально что-то интересное и новое, прям я не смогу сдержать эмоции. Они тяжело закрываются? Хорошо, я понял. Типа, может... If I have to ride that tram one more time, I'm gonna... Yes. Ну, поехали. Looks like we're in for a long day today. Длинный день сегодня, good morning, да. And welcome to the Black Mesa Transit System. Good morning. This train is inbound. Сектор С. Чувствуешь, что-то горит. Горит что-то? Поднимай. Что там? Danger. All personnel evacuate facility immediately. This is not a test. Хуже и быть не может. А, вот все случилось, да? Вот все понеслось. I'll get that door open. Open the door, please. Что это, тренировка, а?
Well, don't just stand there. Фига, do something. Посмотри на него, посмотри на него. Мужик, не бойся, я с тобой. Все нормально. Не бойся, я с тобой. Мы справимся. Что происходит? We'll never make it. Hold yourself together. Look out! What the heck? Стреляй! Да стреляй ты в него! Вот это просто вообще отрыв башки нахрен. Ну, там сидел хэдкраб, я его заметил. Здорово, Джимен. Он сейчас встанет. Руин. Блин, она ощущается, знаешь, как вот такой вот взгляд интересный на все это произошедшее тогда вот. Вот этот на каскадный резонанс, последствия каскадного резонанса, да, или как-то, как это называется, что сотворил Фриман. Такие реалистично, такие даже не знаю, как-то описать. Такой взгляд вот обычного сотрудника черной мезы. Как вот все они тут баррикадировались, пытались выжить. Как-то страшно было, как-то опасно было. Они не понимали, что вообще происходит. Мне еще нравится, что такая составляющая такая хоррор. Она ощущается как хоррорная такая игра пока что. У нас нет оружия внезапно, да? Мы не герои, мы не бессмертны, у нас нет костюма. Мы просто вот сотрудник номер 12, которых тут миллиарды. И не поймем вообще, что делать. Я себя реально ощущаю так. Да. Хэдкраб? Кто тут зареспаунился?
transport detected in the Poland maintenance area. Нам туда? Страшно. Или туда? А, нет, все, туда нельзя. Внезапно вообще. Вот реально, когда ничего не ожидаешь от игры, не знаешь, что за игра, такой просто запускаешь. Ну, что-то будет. Посмотрим, что будет. И такой вау. Потому что это очень круто. И со светом офигенная работа. Ну. Тут много источников света, и они так, конечно, интересны, все скомбинированы. Мне нравится. И у нас нет оружия. Что, в принципе, и логично, потому что мы не солдат Хетсу. Мы не охранник, мы не Гордон Фриман. Мы просто обычный сотрудник. Обычный сотрудник. Нет, ничего тут. Это крысы. Я уж испугался, что это хэдкрабы. Что это делает? Не знаю, что, но я знаю, куда могу куда-то пролезть. Окей, погнали. Не, тихо. Нет. Ай! Больно же. А я не, что-то не туда, походу, мне, да? Ну да. А зачем я спускаюсь вниз? А сейчас упаду. Обычно. А куда? Подожди, стой. Я же. А, вот, да. Почему я сюда сразу не попытался попасть? Все, окей, нам не туда. Может быть. А, ну если внизу аптечка, то может быть правильно я спускаюсь тогда? А, ну возможно, да. Нет! Во. Чё это? Ага. Нет, там нифига нет. А аптечку дай темне. Слезай. Ну слезай давай. Хорош. А зачем это? Зачем это вообще нужно мне? А тут надо как-то поднять уровень воды, что ли, да? Непонятно. Пока непонятно. А, да вот что. Все просто. Все куда проще. Не проще. Так или не так это работает? Сейчас, подожди. Не, я не допрыгнул. Да подожди. Как мне на нее залезть-то?
Ну я отсюда не допрыгну, это стопуду. Это стоп, да хорош. Блин, я сейчас так ушатаюсь так. Угу. Интересно. Давай, ладно, еще раз наверх сходим. Не, да, я что-то я не пойму. Таким звуком сейчас смачным отлетает. Ну знаешь, как будто бы все правильно, на самом деле. Ну только на него хрен попадешь, на вот этот вот ящичек. Ну вот. Сейчас попробуем спуститься аккуратно и попасть на него. А куда дальше? Ай, ударился я. Ай-яй-яй-яй, башкой обо что-то. Ай-ай, да хар. Вот. Сюда, вот туда могу. Не, не могу. А вон туда могу, да. Тихо. Ну, как бы. Блин, нет, сюда плохо. Ну, блин, я ж так отлечу, на самом деле. Тихо, жив. Живи. Или не так я что-то делаю, подожди, я не могу сообразить. Или можно как-то. Нет, там не получится. Не, я же не могу на нее просто взять и запрыгнуть. Не могу. И залезть не могу. А я могу, допустим, находясь на ней. А, да, все, все проще. Блин, все. Все куда проще в разы просто. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Уходи. Это Буски? Да, это Буски. Я что-то даже, я немножко выпал в осадок, поэтому я большую часть этого буду молчать. Вау! Здорово, ребята! Хрена там столько этих трупаков. А! Твою ж мать! Ты прям перед башней. А чего так много? Воу-воу-воу-воу-воу! Нажми! Твою ж мать! А-а-а! Жесть! А чё? А вон всё появился! Твою мать, тут хэдкраб! На!
Отстань! Тихо-тихо, залезь! Да просто вот эти вот так мерцали классно, это понизу. Я понял. Ага! Ты чё тут делаешь? До свидания. Нет, музыка, нет. Блин, этот баг. Блин, не надо отлетать. Вот специально. Ай. И музыка пропала. Блин, хорошечная музыка. Нет. Ну как же бесит этот баг, когда музыка пропадает. Она тут такая классная. Какой вернуть? Перезайти в игру? Да хорош. Я расстроился, что музыка пропала. Она бы, наверное, и сейчас шла. Ладно, забить. Вот сейчас после загрузки. О, броня. Control your weapon, buddy. Замолчи. Угу. Control your weapon. А у меня вообще нет weapon, если что. О. Зато есть патроны. Ну, походу, скоро и пушка появится. Ага, оттуда, ага. Стоят там. Пацаны, чё стоите? Да иду я. Hold on a minute. The door's not responding. Let me see if I can get it open on this side. Не понимаю, ни хрена. They're coming for us. Open fire. А сейчас открою, подожди. Нокс на Алексес. Кто-то там ползет, я чувствую, я... Давай. Крути! Да хорош! Чего вас так много? Еще где-то. Ай! Прыгай давай! Жесть. Куда идти-то? Да, вон туда идти. Раз, два, все. Ай-яй. Отстань ты. Я сейчас отлечу так-то. Значит, дай подзаряжусь. Все нормально. А вот сюда можно? О, да.
здорово можно, походу. А зачем мне патроны для дробовика, если у меня нет дробовика? У меня пистолета еще нет так-то. Крути! Зачем я остановился, блин? Emergency override access granted. Я только знаешь, что я не пойму. А что с моделькой этого? Лома. Смотри на нее, она какая-то, не знаю. Какая-то она мутненькая. Мыльненькая. Открывай! Да капец. Блин, сними тяжко. Раз, два, все, окей. А да не тяжко, нормально. Нормально. О, тихо. Что-то просто у нас много, пацаны. Ага. Раз, два. Отлет. Раз, два, отлет. Тихо, тихо, тихо. Отлично. Отличный минус. А сколько времени? Подожди. А, 41 минута, все. На этом тогда мы закончим. Блин, это просто что-то... Что-то нечто. Нечто сложно описуемое, но мне очень нравится. Все, тогда мы тут сохранимся, да? Дай-ка я сохранюсь полноценно, как это? Архив дата, полноценно архив, да, все. Observation архив. Архив. Все, на этом мы закончим. Ну, первую серию закончим. Дальше. Да, все. Все, дальше будем с удовольствием проходить. Прям мне понравилось очень. Я не ожидал, просто, что это такое будет, и прям... Очень классно. Прям совсем по-другому ощущается. Что-то реально прям что-то новенькое во вселенной Half-Life. Ладненько, будем дальше проходить с удовольствием. Я думаю, много чего еще там интересного будет. А на этом мы закончим. На сегодня всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте обязательно. Увидимся с вами в следующей серии. Всем пока.